Подснежники, гиацинты, розы. Посетители с трудом верят, что они не настоящие, а сделаны из полимерной глины. Любоваться ими можно круглый год, ведь такие цветы никогда не завянут, говорит мастерица Василина Бабиченко. Она в совершенстве владеет этим материалом. Своими знаниями поделилась во время открытия выставки под названием «Венок весны». Буквально за несколько минут в руках мастера распустился настоящий цветок. Застынет через какой промежуток? Застынет, 24 часа просто вот будет. На воздухе. Да. И она абсолютно не токсична, не надо ее не запекать, она не пахнет. Потом ее расплавить. Мирнинские мастерицы начали использовать в своих работах новый материал совсем недавно. И, похоже, он им очень полюбился. Это все сделано из полимерной глины, то есть каждая тычинка, каждый лепесток, все цветы полностью созданы вручную. Конкретно это работа Ольги Ладыгиной, студента нашей студии. Свои работы на выставке также представили подростковые клубы «Кудесница» и «Ровесник» культурно-спортивного комплекса «Алроса». К примеру, воспитанники Тамары Бессмертной только недавно познакомились с японской глиной. Их совместная работа – декоративный венок, настоящее украшение любого интерьера. Для нас, для клубов, это возможность прежде всего показать, что еще есть клубы, которые работают бесплатно, которые обучают детей бесплатно, которые принимают детей. И показать то, что мы сегодня уже преподаем, чему обучаем, и то, чему мы могли бы обучать при достаточно хорошем финансировании. Главные ценители цветочных композиций – посетители выставки. Они смогли не только увидеть всю красоту работ, но и познакомиться с уникальной технологией лепки из полимерной глины. Представляете, как здорово, покупают свежие цветы, чтобы, да, радовать глаз. А тут можно сделать букет, который будет всегда стоять. И будет ощущение, что они полностью настоящие. Для тех, кто неравнодушен к рукоделию, выставка будет работать до 17 марта. Ивана Филиппова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».